Ищу в алфавитном порядке энтузиазм и интерес к тому, что делаешь. Корреляция достаточно сильная, на уровне 0,7. То есть при росте, допустим, интереса на единицу зависимой переменной растет под воздействием интереса, но она еще растет, и потому что на 0,7 примерно вырастает энтузиазм. 0,7 умножить на 9 сотых – это еще одна добавка. То есть в сумме при росте на единицу этой категории и, соответственно, на 0,7 этой категории получается рост равен. Это прибавить это на 7 десятых. Вот такой рост совместно дают эти две мультиколлинеарные переменные. Что такое константа? Константа – это величина зависимой переменной, усредненная, то есть удовлетворенности работой для случая, когда все предикторы у нас занулены, то есть равны нулю. В реальности вряд ли такое возможно, поскольку у нас не все предикторы имеют в кодах 0. Хотя вроде в данном наборе все предикторы имеют в наборе кодов 0, то есть действительно получается, что респондент, у которого, который не считает, что он хорош во всем, у которого не этот вариант и не этот вариант, следовательно, поскольку у нас три категории всего в этой переменной было, если не этот вариант, но то есть этот вариант 0 и не этот вариант, ну то есть 0 опять же, то получается вариант для этой исходной переменной первый вариант. Первый вариант у нас это неограниченный контракт. Итак, очень важно иметь в виду, что у нас, если попадает все-таки блок, и одна из переменных этого блока отсутствует, получается, именно она должна относиться к контрольной группе. Если человеку не важно быть уважаемым другими людьми, если он не ищет время, чтобы делать то, что он хочет, если считает, что правительство не защищает граждан от бедности и так далее, не смотрит телевизор и так далее, вот если